начала 2015 года количество отключений теплоснабжения и горячей воды сократилось на 17% по сравнению с прошлым годом. Это снижение непосредственно связано с проведением байпасных обводных линий. На сегодняшний день вот мы видим, что капитальный ремонт тепломагистрали идет 27-й. Это, в общем-то, вот данная часть Черниковки полностью питается от нее. Теплоисточником является ТЭЦ-2. Мы, проводя эти работы, определили наиболее слабые участки тепловых сетей, которые могут в зимний период принести нам некоторые проблемы. Ну, соответственно, могут возникнуть повреждения. Мы выполнили работы по строительству байпасных линий. Вы видите то, что вот сейчас на бровке траншеи идет и с этой, и с той стороны. Работы проводятся в зимний период, значит, без остановки существующих теплотрасс. Сперва строятся байпасные линии, запускается теплоснабжение по байпасной линии. Основная в это время делается демонтаж основной трубы. И потом, соответственно, уже монтажные, сварочные работы. В Уфе. А если сравнить 2014 год и сравнить 2015 год, то в 2014 году мы выполнили капитальных ремонтов в объеме 25 километров тепловых сетей. А в этом году планируется у нас выполнение в объеме 44 километра. Это будет проходить по всему городу. Это и южная часть города, и центральная часть города, и северная часть города. Когда объемы капитального ремонта были небольшими, выбирались участки, те, которые наиболее слабые и наиболее подвержены повреждаемости, мы в летний период по ним выполняли эти работы. А сейчас объемы капитального ремонта увеличились, и, соответственно, у нас есть возможность повысить надежность. А мы обеспечиваем это путем, значит, строительства байпасных линий. Более надежные конструкции трубопроводов, соответственно, более высокий срок эксплуатации. Снизилась повреждаемость тепловых сетей. То есть на сегодняшний день, ну, в общем-то, тепловые сети отработали зимний период довольно-таки надежно и спокойно. И все жители были обеспечены и теплом, и горячей водой.